Тискум. Лахезис. Меркурио Салюбис. Арника, Беладона, Каустикум. Каустикум. Костикум. Каустик. Only this has many, many enemies. All the other has one or two. Only this medicine has many enemies. Только уксусная кислота, только ацетацетик имеет столько, такое количество врагов. This is Lachesis. Lachesis. This is Merxol. Merxol – это Меркуриум Салюбилис. This is Nuxvomica. Nuxvomica. Ranunculus Bulbosum. Ranunculus. Ranunculus Bulbosa, я этого не знаю. Fourth letter is U Ranan. After N. U. Ranan. Ranu. Q. C-U. Ah, C-U. Culus. Ranunculus. Ranunculus. This is U. Uh-huh. Bulbosum. Bulbosum. But this is a rare remedy. We do not use it very often. Это очень редкое лекарство. Bulbosum. This last one is Sarsaparilla. 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 Never heard. Итак, уксусный ацидоцетик враждует с арникой, беладонной, каустиком, лахезис, меркуриум солюбилис, нуксвомика, ранкункулюс бальбосом и сарасапарилла. Сарасапарилла. Yes. Cream? Arnica cream. Better to not use. Антон спросил, есть такая мазь с арникой, гомеопатическая? Он говорит, а такую мазь можно использовать? Он говорит, лучше не использовать. Ну, если ты пьешь ацидоцетик, то лучше не использовать. Сразу после него. Или наоборот. Мы помним, что это и перед, и после. А? Not always, because this acidic before or after arnica you should not give. Before? Before or after arnica you should not give. Yes, yes. For casticum also before or after you should not give. And for lachesis also. But remaining all, after this you should not give. Uh-huh. So, arnica, casticum and lachesis before and after. The others only after acetic acetic we cannot, cannot give. Значит, здесь такое уточнение. Значит, арника, лахезис и каустикум это и после, и до нельзя давать. Ну, то есть до ацидоцетик нельзя, и после ацидоцетик нельзя, только арнику, каустикум и лахезис. Остальные препараты нельзя только после ацетацетик давать вот эти остальные в этом списке. Можно, конечно. Его лучше вообще не принимать. So acidacetic is so normal stuff which can be used in the food, you know. Yes. Yeah?
So he is asking if we taking all this list normal acidic in our food, in, not in homeopathic it form, is it possible to take? Yeah, it is better to avoid. Лучше избегать. Because in all packed foods, the preservative is acetic acid. Yes. Потому что мы знаем, что уксус он используется ну, в любых там консервах, поэтому пока вот эти вот препараты принимаются, yeah. лучше избегать все с уксусом. When you go through the Arganon, he asked us to avoid many things. What? In Arganon, Hahnemann. Ah, Arganon. Uh-huh. Hahnemann has recommended to avoid many things in food. Да, если будете читать Арганон, то обнаружите, что Ганиман вообще очень от многого советует отказаться. Что? От многих пищевых продуктов. Но нет, зачем? Читай Арганон. Нам то, что советуют наши доктора, мы все знаем. Если ты хочешь прямо строго по Ганиману шаровать, давайте не будем отвлекаться. Okay, from the next one, both sides are inimicals. В следующем списке, значит, и до, и после нельзя. Это только вот для этого. Это в таком большом списке есть исключение, когда до можно, а после нельзя. Аммониум карб. Аммониум карбоникум. Лякхасис. Нельзя принимать лякхасис. I have little question on Anton. Yes. Now there are a lot of composite preparations on the market. Sometimes people they are using and in this composite preparation it can be anything. Yeah, we will. So big lists. So if yeah, it is on also if it is included in this list, it is also yes. not oh, yes. Я спросила про композитные препараты, потому что сейчас очень много композитных препаратов, ну такие обычные, вот от гриппа, допустим, бывает такой гомеопатический препарат от гриппа, там гомеопатический препарат от простуды, вот. И я говорю, что и там в списке там по 20 препаратов, на самом деле. Он говорит, если туда входят вот эти вот вражные, ну, то, что ну, нельзя потом принимать или до, я говорю, это все проверять нужно, потому что это тоже действует плохо. So, let us try. Да, все в примере. Let us try to finish this in this class. Yes. Next Давайте class постараемся. We will continue. Тогда сейчас не отвлекаться на вопросы. Окей. For APIS, anybody remember yesterday we were told? Yes. APIS враждует Крустокс. Варита карбоника. This also we have discussed yesterday. No. Calcarea carb. You didn't mention. We did not mention this. Варита карбоника враждуется калькариум карбоника. All other calcareous. Со всеми препаратами кальция, а также со всеми препаратами кальция. Calcarea ars, calcarea sulf, calcarea fos. Их много. Он говорил не в этом контексте, он не говорил про барит карбоник. Он говорил, что все препараты кальция, если их принимаешь перед ноксвомикой, тогда ноксвомика действует лучше. Беладона враждует с долькамарой.
Палладиум. Aurum. Hmm? No. This is the right spelling. Arum. A-R-U-M. This is. Arum. That is different. A-U-R-U-M is different. A-R-U-M. Okay. Arum. Trifilinum. Антарис рождет кофе. Каустикум рождет со всеми кислотами. All acids, acid phos, acid sulf. Acid more, acid acetic. Все кислоты. Все то, что включает слово acid. Everybody noted? Все, что включает вот слово acid, все препараты, кислоты, ими рождёт вас. If a person comes to you and says that he has some joint pains and weakness, you should not give Causticum 30 CH and this acid for 6 CH, you should not give, you have to take care. After Causticum, you should not give acids. Вы должны быть осторожны и не давать какой-то каустиком асид, и она приводит какой-то пример. Which example you give? No, generally каустиком we will give in rheumatic pains. Потому что обычно при ревматических болях мы назначаем каустиком. Но после этого никакие кислоты нельзя принимать. Yesterday we have told. Дигиталис. Значит, хина рождёт с дигиталисом. China officinalis or it is also called cinchona. Другое название хина официналис это cinchona officinalis. Cinchona officinalis. If you order for China in a homeopathic shop, he may tell he does not have. Then if you can ask cinchona. Она также называется cinchona officinalis. Coculus indicus. Coculus indica рождёт кофе. Кофе. Again, this means that if we are taking coculus indica, then better to avoid coffee. Yeah, after coculus indica, you should not give coffee. Uh-huh. I mean, not homeopathic, normal coffee also. Yeah, normal coffee, we have to inform, not to take coffee. Значит, я спросила, что и тут тоже. Если Coculus indica принимаешь, тогда кофе тоже нужно не нужно принимать. Обычный кофе. For coffee. Для кофе? Coculus indicus.
Врагами являются Кокулюс Индикус, Каустикум, Каустикум and Игнасия. И Игнация. Далькамара. Для Далькамары. Беладона and Лакхасис. Беладона и Лакхасис. For Ignatia. А Фаринеша Ноксуамика. Also, what you said now? No. Кофе. А, кофе. Yes. Here it is. Значит, для Игнации Ноксуамика и кофе. Для Лахезиса. Дулькамара. Асидацетик. Аммониум карбоника. Далькамара, acid-acetic, acid-nitric, acidum-nitricum. Acidum-nitricum. And ammonium-carb. Ammonium-carb. And the first is Далькамара. Далькамара. Acid-acetic. Значит, Дулькамара, уксусная кислота, ацидоцетик, азотная кислота, ацид нитрикум и аммониум карбоникум. Последнее, что написано, аммониум карбоникум. А это у нас в предыдущем списке уже было. After lycopodium we should not give coffee, but после лейкоподиума нельзя давать кофе. After coffee we can give lycopodium. After coffee we can give lycopodium. Ага. Значит, после лейкоподиума нельзя давать кофе. Но после кофе можно давать лейкоподиум. То есть действует только в одну сторону. После лейкоподиума. Да, нужно, наверное, вот этим стрелочками, что ли, в одну сторону, в две стороны. Окей. Окей. Next one you all know. Mercurium solubilis with just a minute. Mercurium solubilis with Ignatius? No.
Силиция. Меркурием солюбились силиции. А? Силиции. Почему асид? Нет, никакой арсеник. Арсеник. Меркурием солюбились, враждует силиции. Acetic acid. Huh? Acetic acid also. But after Merxel you can give acetic acid. After acetic acid you not give Merxel. И мы помним, что значит после уксусной кислоты, после ацетацетик мы не можем давать меркурием солюбис. Но наоборот можно. После меркурием солюбис здесь можно давать. This also you know. Наксвамика. Наксвомика, игнешия and цинкуметаллис. Наксвомика враждует в обе стороны. Ну, там все было в обе стороны. С игнацией и с цинкуметаллическим, цинкуметалликом. Если только для нас вспомнить. Фосфорус. Фосфорус. Каустиком. Враждует с каустиком. Сепия. Сепия. Лекасис. Сепия враждует. Сепия is not snake. Сепия is not snake. Сепия is a fish. It produces ink. It is fish. It is like fish like a snake, no? No. No. Wow. I thought that сепия is also a snake. Сепия враждует с лахизисом. But also poisonous, yes? Yes, yes. Poisonous. After zincum, we should not give chamomile. But these two are vice versa. I couldn't understand. Zincum metallic. After chamomile, if indicated, you can give zincum. But after zincum, if it is indicated also, you should not give chamomile. After chamomile we can give cinnamon. After cinnamon we cannot give chamomile. Why naxwamika you put here? But naxwamika is both sides. Цинкомет and naxwamika before and after. Okay. Значит, с цинкометалликом. Цинкометалликом враждует наксвамика, это мы уже говорили. Также, значит. Камомила, но в каком порядке? After камомила we can give цинкометалликум. Yes. Значит, после цинкометалликума нельзя давать камомилу. После камомилы можно давать цинкометалликум. То есть в одну только сторону дуть. После цинка нельзя давать ромашку. А после ромашки можно давать. So this again, chamomile herbal tea not desirable. Yes? Not, you should inform before giving. И когда мы даем цинк, нужно говорить человеку, что ромашковый чай ему нельзя, потому что chamomile это ромашка же, мы знаем, да все. There is another interesting point. Что нужно предупреждать этого пациента, что ему нельзя ромашковый чай. Так.
также есть. After dog bite, you should not give arnica. After what? Dog. 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 Dog, you don't know. I don't know. What is this? Dog, animal. Ah. Pet. Bite. Bite. I couldn't see it. It is right in my eyes. Так, после, значит, после укуса собаки. Because generally in injuries we give arnica, but if it is dog bite we should not give arnica. Нужно понимать, что арнику дают при всяких травмах. Так вот, если собаку укусила, то арнику давать нельзя. I have a question. If 10 years ago some dog bit this person. After dog bite you should not give. And first prescription is arnica. We should not give arnica. Awful. So, when patient came, we have if we give arnica, we have to ask if some dog bite it. Yes. Why you didn't ask? Because you described that. То есть в идеале каждому пациенту мы должны, если мы назначаем арнику или даже мазь арники, я так поняла, мы должны спросить, а собака тебя кусала? Неважно, когда, если после собачьего укуса не было никакой гомеопатии, другой. Ну, у нас-то была. А если человек первый раз пришел к гомеопатии лечиться, тогда да. Ну это совсем. Then we should also remember while treating there are three antisoric. Same with the so ananto. Same with the bites of bee. No, if, this is only for dog bite. I mean, Atis is enemy of rooster. If someone was bitten by a bee. And afterwards didn't take any homeopathy. Then Rostox is... Yeah, in between you should give some other medicine and then give Rostox. Interesting. So, okay. Еще these are antipsoriatic drugs. Так, есть антипсориатические лекарства, значит. During treatment, you have to be careful. Only one direction is indicated. After sulfur, you have to give calcarea carb. After calcarea carb, lycopodium. After lycopodium, sulfur. This only acts well. In the reverse, they does not act. Ага. Значит, смотрите, против псоры обычно принимают сульфур, калькарио парагоника и лайкоподиум. Лайкоподиум. Аноксомика из рук. It is not so deep acting. But also this you have to remember. It is not miasmatic. After sulfur, you should not give lycopodium. After lycopodium, you should not give calcarea carb. After calcarea carb, you should not give sulfur. This reverse direction is you should not give. If it is indicated, suppose you have given sulfur, if it is indicated, you have to give lycopodium. In between, you have to give something else. And but after sulfur, you can give calcarea carb. After lycopodium, you can give sulfur, but after sulfur, you cannot give lycopodium. Can I ask a question? One of the reasons that you are giving together with main dose this Schlitzer salt, is it for avoid such situation also? No. No? The tissue salts are superficial acting. It is not so deep acting. Uh-huh. Yeah, but if we use Schlitzer salt, after the main dose, during 1 month, we are using Schlitzer salt. Then it is okay that after sulfur main dose. No, you cannot give. Only in potency. If you have given in something in potency, then only you can give. Potency means from 6 CH, 30 CH, 200 CH, centesimal scale. If you give something in between, then only you can change. That the decimal are not counted. No. Only centimal. Yes.
Also, mother tincture is not. No, mother tincture is not. I have to explain all this.